В Пентагоне признали бессилие США перед российским гиперзвуковым оружием. Единственной защитой от подобного вида вооружений является применение сил сдерживания, которые включают в себя ядерную триаду, заявил генерал Джон Хейтин. Москва, 21 мар, РИА Новости. В США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России, заявил председатель стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хейтин на слушании в Комитете Американского Сената по вооруженным силам во вторник. Генерал выразил мнение, что США не располагают средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», заявил Хейтин, слова которого передает Business Insider. При этом он отметил, что единственной защитой США от подобного вида вооружений является угроза ядерного возмездия. «Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы». Джон Хейтин, генерал, председатель стратегического командования вооруженных сил США, ранее президент России Владимир Путин в послании парламенту представил новейшие виды вооружения, а также рассказал о создании системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.